Всем привет, друзья! Пришло время тотальных обновлений на сайте. С вами команда X-Core, и в этом ролике мы хотим представить вам наш рейтинг букмекеров. Весной мы объявили о создании собственного рейтинга букмекеров. Сейчас здесь появится подсказка на видео, из которого вы можете узнать о причинах, подтолкнувших создателей проекта на подобный шаг. Зачем нам нужен рейтинг? Мы уже не раз говорили о плачевной ситуации в русскоязычном сегменте интернета и о букмекерах, которые ведут себя недопустимо по отношению к игрокам. Ежедневно десятки и сотни игроков нарываются на порезки счетов, порезку лимитов, а в худшем случае и вовсе не могут вывести свои деньги со счета конторы. Современному беттеру, особенно новичку, довольно трудно сориентироваться в мире ставок. Со всех сторон его окружают каперы-мошенники и нечестные конторы, которые, похоже, даже не думают прекращать свой террор. А когда игроки идут гуглить рейтинги, чтобы попробовать найти подходящую контору, они натыкаются на десятки проплаченных подборок и отзывов, где самые отъявленные мошенники занимают первые места. Такие списки составляются по одному старому как мир принципу – кто больше заплатит. Пришло время остановиться и понять – никто не способен изменить мир беттинга, кроме нас самих. Мы предоставляем вам площадку, но именно вы будете формировать рейтинг букмекерских контор. Здесь нет и не будет никаких купленных и накрученных отзывов, за которые платят конторы. Как это работает и чем рейтинг букмекеров будет полезен именно вам? Для чего игрокам регистрироваться в букмекерских конторах от сайта X-Core? Напоминаем, что сооснователь проекта X-Core Артем Гамелеон является еще и совладельцем школы покера Gameleon Team. Имя Gameleon Team имеет вес в мире покера. Gameleon – крупный аффилейт. И за все годы работы они не бросили ни одного игрока в трудной ситуации, исправно платят рейкбэк и решают абсолютно все проблемы, которые могут произойти с игроком в руме. В случае особо спорных вопросов владельцы проекта лично решают проблемы с румами, используя все свои связи. Подобным отношением к игрокам не может похвастаться ни один аффилейт в ставках. Блогеры разбрасываются ссылками в разные стороны, не думая о том, куда они приглашают свою аудиторию. Они явно не собираются нести ответственность за игроков, которых едва ли не за руку ведут в самые ненадежные конторы. За таким безрассудным поведением стоит в результате множество проблем простых игроков. Но после регистрации в конторах от X-Core беттеры получают такую же надежную защиту, как и покеристы Gameleon Team. Аналогов в мире русскоязычных аффилейтов вы попросту не найдете. Регистрируйтесь в конторах от X-Core, и мы будем нести за вас ответственность. Вы забудете о проблемах с выводом денег, блокировкой аккаунтов и прочем беспределе букмекеров. А теперь давайте подробно рассмотрим рейтинг букмекеров и узнаем, как здесь все устроено, чтобы вы могли поставить свои оценки и помочь всем беттерам своим мнением. Мы рассматриваем конторы по нескольким критериям. Наличие бонусов, наличие лицензии, оценка при матч и лайф-линии, способы ввода и вывода средств, максимальные и минимальные суммы для ввода и вывода, наличие мобильной версии и оценка игроков. С левой стороны вы можете видеть фильтры. Выбираете тот, который вас интересует, и видите все конторы, которые соответствуют данному критерию. Конторы можно отсортировать в алфавитном порядке, по рейтингу, по оценке игроков и коэффициенту. Теперь давайте рассмотрим рейтинг от X-Core на примере конторы с самой высокой оценкой – Pinnacle. Выбираем контору и переходим на страницу с обзором. С правой стороны вы видите все оценки и характеристики конторы. Чуть ниже – содержание, которое поможет вам сориентироваться. Вначале вы найдете основную информацию о конторе и ссылку на сайт. Далее – сведения из истории развития конторы, языковые версии и разделы конторы. Удобно расписаны способы ввода и вывода средств и возможные валюты. Чуть ниже – доступные службы поддержки и оценка их работы. Следом идет оценка надежности букмекера и наличие лицензии. Следующий раздел – жалобы на данную контору. Затем вы найдете историю оценки, краткую юридическую информацию о конторе, организации
которых состоит букмекер, и перечень основных плюсов и минусов. Подобную исчерпывающую информацию вы найдете для каждой конторы на нашем сайте. С выходом рейтинга X-Score переходит на новый уровень. Мы уже зарекомендовали себя как портал, который исправно предоставляет вам точную и качественную XG-статистику. Теперь мы превращаемся в аффилейта, который решит ваши проблемы и поможет подобрать лучшую контору. В данный момент мы работаем над множеством обновлений, которые помогут нам превратить сайт в полноценный мир для беттеров, где будет все, что нужно как новичкам, так и профессионалам. Ну а пока мы приглашаем вас перейти на сайт в раздел «Рейтинг букмекеров» и поставить свои собственные оценки. Только так мы увидим ситуацию, которая в действительности складывается в русскоязычном мире беттинга. На этом мы закончим. С вами была команда X-Score. Постройте свою собственную стратегию в ставках вместе с нами.